я въезжаю в так называемую вотчину. Малоузенская опытная станция. Вот она так располагается. Сейчас я постараюсь показать и передать, что такое зона отчуждения. На первый взгляд невозможно поверить, что здесь, возможно, живут люди. Мы видим жилые дома. Репортаж из машины. Здесь живут люди. Это так называемая центральная улица. Малоузенской опытной станции. Вернее, все, что от нее осталось. Я еду по центральной улице. Это джунгли. Такое ощущение, что это Чернобыль. Но нет. Я направляюсь к детскому саду, где сейчас у нас участок избирательный. Дорога идет в детский сад. Канадская лебеда в рост человека. Такое ощущение, что здесь не ступала нога человека. Потому что даже на машине проехать невозможно. Можно подумать, что я вообще еду не в питерском районе даже. Но на самом деле это Алексашкинский округ. Вот эта дорога заросшая, она ведет к детскому саду. Вот сюда ребятишка водит. Вот это и есть детский сад Малоузенской опытной станции. И одновременно избирательный участок. Что интересно. Такие заросли. Первый раз в своей жизни вижу такую картину. В лесу, заросшим бурьяном. Результаты какие-то, прошу меня не снимать. Это публичное мероприятие, Слава Борисовна. Я не хочу, чтобы вы меня снимали. Почему? Это желание. Это публичное, это нет. Мы публичные люди. Давайте не пугаться. Давайте это депутаты примем. Что вы за видеосъемку снимать? Можете снимать. Я хочу напомнить, уважаемые коллеги, это публичное мероприятие. Это публичное мероприятие. Вы публичные. Я не хочу, чтобы вы меня снимали. Не будьте публичным человеком в таком случае. Я вам сказала, меня не снимают. Президент призывает, чтобы все выборы проходили под видеокамеры. Уважаемые депутаты, вот и все. Я рекомендую, и региональный политический совет рекомендует делегировать депутата
Дерябина Виктора Николаевича в районное собрание депутатов. Прошу поддержать меня, уважаемые депутаты. Так, предложение ваше принято. Кому еще какие предложения? Пожалуйста. У меня, конечно, предложение. Уважаемые коллеги, я хотел бы обратиться к каждому из вас. И несмотря на то, что я уже знаю, какой будет итог этого голосования, я все равно делаю то, что считаю нужным донести до вас. Виктор Николаевич обманул собрание депутатов, когда... Я не... Вам сказали, никого не оскорблять. Так, никого. Я вам предоставлю, пожалуйста, в чем оскорбление? Прекращайте оскорблять. Собрание депутатов, когда... А сейчас не собрание депутатов. Собрание района. Не перебивайте меня. Хватит уже. Хватит шоу устраивать. А вам слово сейчас не давали уже. Делайте замечания, но вы не перебивайте. А вы вообще приглашенные, вам сейчас слово не давали. А вы члены партии. Члены партии, да, да. Вам сейчас слово, вам слова не давали сейчас. И не оскорбляйте все. Никого. Я не оскорбляю. Виктор Николаевич сказал, что больше он не будет избираться. Он дал слово собранию депутатов. Не там, знаю, как я там представляю. Вот, от того, что я на видеокамеру там не снимала, я не могу сейчас предоставить. Но есть диктофонная запись у меня, где я могу ее предоставить, где Виктор Николаевич сказал, что представлю. И вот сейчас. Я прошу вас не делегировать, уже хватит уже. Уже хватит представлять в районе. И хватит уже Виктору Николаевичу хватит быть вам главой. Мозги, да. Вот. Вы позволяете, что же вы не делаете с вами базу замечаний сейчас за это? Хватит, да? Нет, это не хватит. Я не провоцирую. Вы давите на людей. Вы давление оказываете. Зачем? Я на совесть давлю. На совесть. Сколько можно? Сколько можно? Люди, выбирая вот нас всех, и меня в том числе. Чего ж вы идете тогда? Как? Я иду, чтобы... Предложение. Мое предложение поддержать мою кандидатуру в районное собрание. Вы не перебиваете меня. А что вы торопитесь? Вы хотите собрание провести за 10 минут? Нет, не хотим. Я даю предложение мое. Я прошу вас, уважаемые коллеги, депутаты, поддержать именно мою кандидатуру. Потому что я самый активный житель Питерского района, самый неравнодушный житель, который, невзирая ни на что, и что на увольнение с работы, на любые, я не знаю, там, проверки, ревизии, я стою на своей позиции. Я заставляю действующую власть работать не только на свой семейный бизнес, но и на благо района. И вот я прошу поддержать, потому что на всех собраниях депутатов самым активным депутатом являюсь я. Иначе все так же будет идти по-старому. Согласны, все будут поднимать руки, и будет продаваться у нас здание в райцентре, как сейчас на крайнем заседании было выставлено на продажу здание первого этажа КБО. А я считаю это преступным, это недопустимо. Пожалуйста, возьмите на себя такую смелость. Поддержите мою кандидатуру в районное собрание. Я вас очень прошу. Так, мы выслушали ваше предложение. Так, записали в протоколе, что предложение поступило в Приполецкой Светлане. Ну, я присяду, Виктор Николаевич, без вашего приглашения. Так, какие будут предложения еще? Пожалуйста. Вот Светлана Борисовна предложила Виктор Николаевич. Я тоже, как депутат, хочу предложить делегировать Виктора Николаевича в районное собрание, потому что кто нам поможет, как не он. За каким вопросом бы ни обратились, он всегда идет на помощь не только нашему селу, но и району. У нас такие отчестные открываются скоро, переливное делается, и все благодаря кому? Благодаря Виктору Николаевичу. Я хочу, чтобы делегировал Виктору Николаевичу. А какие еще предложения? Депутат Стасов Сергей Николаевич. Я поддерживаю кандидатуру в районное собрание Виктора Николаевича Дерябина, депутата. Потому что он во всем помогает деревне, и в районе тоже много слышно. Так, спасибо. Какое еще предложение? Я хотела сказать, вот никто, были такие снежные зимы,
И кроме Виктора Николаевича никто нас не привез от Новотурки. Мы там сидели всеми ночами. Брат Виктор Николаевич, я сама там была, и дети маленькие были там. И никто, кроме Виктора Николаевича, не прочистил нам дорогу. А если бы не Виктор Николаевич, мы там сидели бы и не знаю, когда приехали. Вот так вот. Ну, я тоже добавлю в таком случае. Если бы не Виктор Николаевич, то у нас сохранился дорожный отдел. Нет, это была снежная зима. Нет, но Виктор Николаевич не сохранил. Нет, но все встают, выступают, и я сказал, да. Ну, Слава Борисовна, вы вообще приглашенная. Самый вопрос на голосование. Вы вообще приглашенная. Ничего. Первый поступил в кандидатуру Дерябин Виктор Николаевич. Ставлю на голосование кандидатуру Виктора Николаевича Дерябина. Кто за то, чтобы делегировать депутата Алексашкинского муниципального образования Питерского муниципального района в состав собрания Питерского муниципального района Дерябин Виктор Николаевич, прошу проголосовать. За 9 человек. Против 1. Воздержалось нет. Таким образом, большинство голосов депутат Дерябин Виктор Николаевич делегируется в состав Питерского муниципального района Саратовской области. Поздравляем вас. Огромное спасибо депутатам. Я оправдаю доверие и на протяжении, поскольку позволит здоровье, работать буду, помогать нашему округу Алексашинскому, как всегда. И много сделано, еще предстоит сделать. Поэтому не верьте клеветническим отношениям, листовкам. Это вам не старушка обманывает. Большинством голосов, как я уже сказала, собрание депутатов делегируется Дерябин Виктор Николаевич. На основании части 4 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 года номер 131 ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации в редакции от 03 июля 2016 года номер 298 ФЗ, законы Саратовской области 29 октября 2014 года номер 131 ЗСО о порядке формирования представительных органов муниципальных районов Саратовской области в редакции от 04 мая 2016 года номер 64 ЗСО в статье 19.1 Устава Алексашкинского муниципального образования в собрании депутатов Питерского муниципального района делегируется глава Алексашкинского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области Гришкова Ольга Георгиевна и депутат Дерябин Виктор Николаевич. В соответствии с пунктом 3 статьи 29 глава Алексашкинского муниципального образования Питерского муниципального района вступает в должность с момента принесения присяги. Разрешите мне принести присягу. Вступая в должность главы Алексашкинского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области, клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательные акты Российской Федерации, Устав, Основной закон Саратовской области, законы Саратовской области, Основной закон, Устав Алексашкинского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области и другие правовые акты органов местного самоуправления Алексашкинского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области. Уважать и охранять права, свободы человека и гражданина, защищать интересы жителей Алексашкинского муниципального образования Питерского муниципального района, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности главы Алексашкинского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области. Уважаемые депутаты, на сегодня повестка дня исчерпана. Спасибо за работу. Первое организационное заседание Совета депутатов Алексашкинского муниципального образования Питерского муниципального района Саратовской области считается закрытым.
Сашкина. Самая худшая дорога в Питерском районе, это в Алексашкино, в Отчину. Бурьян какой стоит. Самая худшая дорога в Питерском районе, в Алексашкино, в Отчину. Огромное спасибо депутатам. Я оправдаю доверие и на протяжении, поскольку позволит здоровье, работать буду, помогать нашему округу Алексашинскому, как всегда. И много сделано, еще предстоит сделать. Это не верьте клеветническим отношениям. Россия – березовый край, и родники останутся скоро в селе, лишь старики –
Зачем разорили деревни страны? Такого не знали во время войны. Давай, председатель, народ соберем и с песней хорошей работать пойдем. Посеем пшеницу, наполним амбар, придет баянисту, чтоб он не скучал. Давай, председатель, по-божески жить, как мать или сына Россию любить. Давай, председатель, по-божески жить, как мать или сына Россию любить. Россия, березовый край, и родники.